Поисковые отряды продолжают разгадывать загадку Великой Отечественной войны, ее сражений и участников, погибших на поле боя. Вернуть из небытия недавно удалось и солдата Красной Армии, который погиб на Ельнинском выступе в Смоленской области. Частью Смоленского сражения, которое в конце лета 41 года задержало натиск фашистских войск, стала и наступательная Ельнинская операция. Завершившись 8 августа 41-го, ее жертвами стали более 10 тысяч советских бойцов. Среди них красноармеец Александр Богачев. Полосе наступления этой дивизии, значит, недалеко буквально от деревни, был найден этот солдат. Лежал он на краю воронки. Вот, благо, земля там после войны не обрабатывалась. Вот так он был найден. Останки Александра Богачева были подняты 25 апреля на месте его гибели бойцами поискового отряда «За Родину». Красноармеец 1901 года рождения оказался уроженцем села Заполье Псковской области. Благодаря сохранившемуся медальону удалось найти и его родственников. Впереди долгий путь домой. Часто бывает так, что ребята поднимают бойцов, но не имеют возможности транспортировать его на расстояние там, 4-5 тысяч километров. Россия у нас большая. И этот путь становится просто физически невозможным. Мы создаем все условия, чтобы все необходимости покрывались сполна. Спустя 10 часов и 700 километров пути делегация прибыла в родные края красноармейца. Отсюда в 41-м году Александр Богачев ушел на фронт, вернуться с которого он смог лишь спустя 79 лет. Я очень рада, что наконец-то мы узнали, что дед наш погиб, геройски погиб в сражении с фашистами. Что мы теперь знаем, где могилка деда, что душа его упокоится. Ведь мы так и не знали о нем ничего, только то, что у нас был дед. Александр Богачев в кругу родственников и неравнодушных людей с почестями был предан земле в родном краю, тем самым став в один ряд с такими же героями, которые отдали свои жизни, защищая родину от врага. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.